Всем привет, акула! Ты знаешь, что отличает крысу от акулы? Крыса никогда не поставит лайк и не будет подписана на канал. Вот. Только самые крутые акулы подписаны на канал и ставят лайки постоянно. Так что выбирай себе, кем тебе быть. А мы приступаем к видео. Города, ребят, все обязательно. Я быстро сейчас заберу. Меня вроде спать и не должно вы. А я дебил, подождите. Я же сейчас нахер все почты спалю. Сейчас. Уже. Нет, там почта не палится. Фух. Уверен? Подождите. Уверен, привет. Да. Если это так, ты мне кидаешь 500 рублей на киви. Ну там только Ростислав какой-то, ну там типа. Нет, Какой Ростислав? и привет. Там Ростимус Юту. Какой Я никого не бущу, у меня аккаунты только свои. То есть я создавал просто пусть акулы где-то у меня там еще был. Смотри стрим в Дискорде, привет. Сейчас, секунду. Так. Что тут у нас? Это ну. И где здесь по... А. О. Вот это я не видел. Он там другое было. Лерочка, если ты на стриме сейчас, хочу тебя в друзья добавить с этого аккаунта. Кто видос смотрел прошлый до конца? Ого. Мне кажется, сейчас будет ГГ аккаунтом. Таль, ты реально спалил все почты. В смысле? Там Ты на спалил миллисекунду почту. остановилось. Да. Пробую брать перемотку. Там в чате начали писать почту. Я Надо забаню. банить это Я забаню. Да, А, хорошо банить. понимаю, понимаю. Больно. Да, там на секунду прям спалилось. Миллисекунду. Где? На стриме. На стриме, да. А в каком Просто моменте, я его интересно? давно Ну, спалил. там я не Ну, могу. недавно, когда ты нажимал туда вот справа. Да. Там еще пару почты свою. Фигово, что я могу вам сказать? Это все, мне, наверное, аккаунт забанят. Тебе напомню, что было год назад из-за этого. Я Да, знаю. вот это. Виталь, выключи этот видеорекордер в творческой студии. А где это? Ну, творческая студия, там типа стрим. А зачем Сейчас, выключать сейчас, его? сейчас, сейчас. А Ну, я не там знаю, только... где это именно находится. Я уже пытался один раз. Да не, все, Я забейте, это... смотрю. Они там уже записали. Короче, это бан аккаунта. Ребят, Пробуй пожалуйста, не перемотку заходите брать, на если аккаунт. сможешь. Ну так и в видеорекордер это и есть, бля, перемотка. Да не, Но я все, решаю. да все, забей. Мне уже, наверное, минут через 20 уже забанят так. Да спалил он Фиджи. Ребята, Смотри. пожалуйста, не пишите в чат Это почту не и не поможет, заходите. Ляк, это не поможет. Ну, может, люди есть адекватные, не заходите. Ну, Зачем вам адекватно это? так не буду делать, остальные уже делают. Типа вы просто сейчас зарубите Заявление. человеку на один день все. Путь. Не на Ну, один день. это жестко Там зарубить, конечно. может быть несколько дней бан. Ну, у меня Ребят, кто столько будет раз писать? аккаунт могли забанить, ну, типа, давали временные баны, то, что меня могут и навсегда забанить. Ребята, те, кто будут писать почту в чат, будут забанены навсегда. И проблема в том, что там они не зайдут на аккаунт, они просто из-за массовых заходов заблокируют, потому что будет, типа, ну, подозрительная активность. Не понимаю, что вообще Что со за мной. люди? Ну зачем, а? Вот реально, вы же сейчас все в бане будете навсегда, парни. Why is it so?